Все разные номера, что ли? Вот это на имеет в виду. Ну, наоборот, только... Наоборот. Тройной тулуп там, тройной что ли был, наоборот. Ну наоборот. Ну это он имеет в виду, но вот наоборот только это. Кенни, двигайте, пожалуйста, тот урок, который уже создан. Создавайте, пожалуйста, новый. К сожалению, в то время, когда вы предложили, мы не можем. Мы можем чуть попозже. Ну,
Ну да, это имеет в виду. Ну, откуда? Да наберу, да наберу. Что теперь поделаешь, понимаешь? Хладнокровие, типа того. Или, ну это как-то все жестоко. Ну нет, просто ну такой мир как бы. Ну, не знаю, не знаешь. Ну, наверное. Вот это, наверное. Ну, смирение, смирение, наверное, да? Не знаю. Не пудрите мне мозги, но вы понимаете, что жить себя можно, да. Ну так и есть. Смотри, что-то ты получил профессию, потом раз, тебя взяли замуж и началось счастье. А, или наоборот, счастье это профессия. И тогда тебе, тогда партнер тебе нужен уже, да. То есть, вот это она имеет в виду. И желательно безработным, ты будешь деньги зарабатывать, он будет с ребенком, который он сам будет уже рожать. Потому что уже ну как бы, про себя так думаю, да. Не, про меня ты чего говорите? Я-то здесь вообще при чем? Приятного открытия. Опа, кстати, к вам привет! Видишь, ты такая вы недовольна своей жизнью в этом аспекте, вот когда никто про это вообще не говорил никогда мне. Не подтверждаю. Я не педагог, не специалист по обучению как таковому или обучению детей даже, да? Это не моя основная специальность, я музыкант. То есть я музыкант-терапевт. Я к чему говорю-то? Ну, не готовы прямо, вот они вот только педагогикой занимаются, там, обучением, в смысле, занимаются за деньги, то есть у них профессия такая. Ну, музыкальный, понимаешь? Вот представь себе, что у тебя учитель английского или китайского языка, и он вместо этого начинает что-то другое делать. То есть, как бы, будущее сущее.
Я не был. Он о себе так говорил, потому что, да. Ну все это вранье было, естественно, да. Что ты знаешь, да, да, себя. Даже, это даже не важно, то есть негативная картина или позитивная картина, как угодно, то есть как бы ничего не меняет, это просто окраска твоя эмоциональная, да, то есть, ну, она может мешать негативность, а позитивность может тебя умирать. В результате у тебя деньги кончились и все, больше. Все на своих не знаешь, ты не знаешь. Ты даже денег не видел, не знаю. Как у меня так получилось, что я тут? Нет, мне нужны деньги зарабатывать, понимаешь, как музыкант. Today we're going to start talking about music of the Baroque period, 1600 to 1750, exemplified. Я не верю, что может тебя что-то вдохновить, кроме, ну, уже само по себе твое житье, оно уже достаточно для вдохновения. Да, то есть как бы, да, понимает он тебя. Ну, то есть, скажем так, условно. Или то, что ты выступаешь на публике, этого тоже уже достаточно. То есть, да, да, понимаю, для людей. То есть, как ни странно, да. Я тебе точно говорю, что так оно. Клиентов достаточно, следовательно говоря. Рахманинов не знал про это, естественно, нет. Я тебе просто к чему говорю, то есть это все немножко неправда. Неоконченная, что-то вот непродолженная работа, которая недоумочная. Вот она, это ты начинал решать и не дорешал. Впал в панику, в эмоции, и умер 30 лет, 36. Начинаешь такой, я живу сердцем, ну что? И это и там, ты здесь, и даже детей вроде всех осеменяла, детей нету. И все равно понимаю, да. Ну да, да. К примеру, у тебя, ну, такая поэтизированная жизнь какая-то там. То есть, не важно. Да, наоборот, есть дети, но бастарды типа того, да. То есть как-то противозаконно, как-то фиг знает. Ну, короче, тебе легче от этого жить, может не стать, скорее всего, да. Если сам сложился, то. Вот это он имеет в виду. Ну, это, наверное, да. Но это может и так. Я имел в виду репутацию как бизнес-человека. Ну, то есть как в делах. То есть как ты, как вот. Сегодня ты вот это построил. Ну, заткнись, он уже, да. Ну, тебе так будет, да. То есть я имею в виду, что репутации для мужчины не бывает. То есть репутация — это женская только парадигма. Потому что это нелепо просто, да, понимаешь? Да. Это просто, ну, противно. Если ты где-то там рога-то кому-то наставил или что, у тебя нехорошая репутация, понимаешь, как бы. Но люди, в принципе, тебя простят, но кому-то работу не дать, например. Или ты где-то сомневаешься.
житейскую репутацию. Репутация как бизнес-отношения имею в виду. В принципе, там, да, то есть если ты даже как бы у тебя нет репутации, ты там этих, да, понимаешь, да, детей оставляешь в нужных местах, там, то есть они заводятся в другом, ну, не важно, в нужных местах. Что за бред, ну, ты? Короче, там, ты рога ставишь мужчинам, всем, когда, ну, то есть, короче, да, то есть, ну, да, к примеру, я тебе говорю просто, про тебя, про поэтов я говорю тебе, к примеру, да. Ну, не важно, то есть, ну, репутация житейская, быдло репутация, детей. Вдруг представим, что при этом ты в бизнесе успешный. Ты что, ни хренасос и не политик. Да, что ты знаешь. Ну да, то есть, в принципе, всем на этом вообще начихать. Если у тебя хороший продукт, я все равно буду. И если ты вот в бизнесе, у тебя отношения с партнерами, бизнес-партнерами, то есть, да, то есть, если ну, то есть, как бы, там, бизнес-репутация, или как скажешь-то, то есть, что ты не подведешь, что ты, как, да, ну, то есть, что с тобой можно заключать сделки, что ты свою часть контракта выполнишь. Да, то есть, как бы, и, ну, да, то есть, ну, то есть, я про это говорю только всего лишь. Обычно ты, когда говоришь репутация, ты чай видишь, да, ну, то есть, все-таки, ЧТД. То есть нету никакой репутации, нет, как в таком бизнесе нету репутации. Есть только опыт работы, на что-то ты опираешься, как бы, исходя. Так, он заключил 1000 сделок, и там 1000 прогорелось, одна только, да. И ты опираешься уже на это. Или, например, там адвокат, или еще кто-нибудь. То есть только так и есть. То есть тебе дела нужны, тебе насадники, да. А вот у женщины репутация и на всю жизнь, понимаете? И более того, у нее, как бы, это ее тело, и туда ее, да, то есть, уж прости, там, да, здоровье, да, понимаете? Да. Я что-то не так понимаю, опять, что ли? Ну так ведь? Репутация — это не репутация. А это тогда что-то, отношения, что-то, что-то. Репутация — это стазис, понимаешь? То есть ты больше уже никогда ничего делать не будешь. Как политик, вот тебе что-то построили, и ты будешь это делить. Да. Все это поделишь и начнешь там регулировать. Грохнуться, да, понимаешь. То есть это не мужская, это уже как бы да. Арабская, короче, как тебе сказать, это уже смерть просто. Не только твоя, возможно. Я смертник. Меня это не касается, да. Вот у них есть репутация, потому что они контрпродуктивны, они ничего производить не будут. Политики, они, да. Поэтому они скрываются, как бы, там, все, да, что. Потому что у них это навсегда. У них нету завтра, как настоящих мужчин. У них только будет, из которых мы, да, понимаете, просто, да. Ну нет, у этих-то есть, конечно, да. То есть, как бы, это просто вопрос понятий. Ну, тоже, это тоже важно. Ну, определений. То есть значений слов. Так что таких понятий. Ты что, это самое? Слова хорошо, пусть будет. Наоборот, только понятий. В какой степени, в какой мере? Ты что, крепостной, что ли? Ты все равно не знаешь будущего. Представляешь? Будущее, когда ты освоишь это, и ты перешел, что, то есть, просто расширишься нормально, то есть никто не виноват. И некого винить, и некого убивать, просто так оно устроено. Да. Ну, либо ты будешь стагнировать и прокручиваться, и уйдешь в быт. Пока тебе не надоест, условно скажем, ну, да, понимаешь, ну, можно с позитивненькой стороны, можно посмотреть. Мне это не интересно, ну хорошо, да, ну, никакая разница, да. Тебе зачем, чтобы не работать?
чтобы быть патриотом, такой, да, я сказал, отдыхай, все. Кто тебя пинал сзади? Время какое-то, которое ты ненавидишь. Потому что у тебя же сейчас все хорошо, а завтра все умеет так же, как ты. Все, то есть, как, тебе надо, значит, политикой занимать, регулировать, и так далее. То есть, да, то есть все-таки это ближе к этому, да, скажем, это не касается. Просто настолько просто. Выбирай, что тебе надо, только это надо работать. Не деньги зарабатывать, а работать, наверное, или как сказать. Ну, нарабатывать, не знаю я. Короче, все наработаешь, это не важно даже. Нет, мучений никаких, ничего там, да, он тебе, ну, вот это медленно, да, нет, эти ничего не, мне вообще насрать на вас, я тебе еще раз говорю, что, нет, да, вот это, ну, вот это он умел, не хотят, говорит, да, да. Да, и что ты хочешь мне сказать? И я просто тебе доказываю, что да, что эта часть действительно. Помню, что это просто что. Да, что мир вот так устроен, они иначе, они как просто, да. Вот это наоборот. Вот это да. Смотри, уже это все не важно уже. Да, и сигары просто будет. Не за что тебя ловить, понимаешь?
by J.S. Bach. Today will be the first of two presentations about the music of Bach. One today dealing with Bach's vocal music, the other coming in sections. Yes, we have sections on Thursday, Friday, and Monday having to do with the instrumental music of J.S. Bach. So we're going to start now with Baroque music and Bach, and a word first about Bach's biography. Bach came from a very long line of musicians. Indeed, 10 generations of Bachs were musicians. It goes back to old Wieck Bach in the 16th century and continues generation after generation into the 19th century. In the area in which Bach was born, this small town of Eisenach, you can see the town's name up there and the date in which he was born, 1685. In this area of Thuringia, the region in which Eisenach sits, the word Bach was eponymous. In other words, a Bach simply meant a musician, just like we have the word Kleenex, for example, or we have the word Xerox, to begin to take on the connotation of an entire class. So to be a Bach in that area was to be a musician. Johann Sebastian Bach was simply the most talented of this long-lived clan of musicians. From the age of 9, J.S. Bach was orphaned. Both his parents had died by that time, so he was raised for the most part by his older brother, Johann Christoph Bach, who was a student of our Johann Pachelbel. So there is this connection between the Bachs and Pachelbel. And for the most part, J.S. Bach was self-taught. How did he teach himself music? Well, he copied music. He copied music for two reasons. One, to learn the musical style. And two, to get music, because you simply couldn't go to a photocopy machine and copy the music of Corelli or the music of Vivaldi. You had to copy it down yourself by hand. You couldn't go to a music store and buy edited editions, because for the most part that didn't exist. So much more of it was simply music copied by one musician after the next. So Bach learned his craft by copying, literally, Corelli, and we have run into Corelli, of course. Anybody remember a piece by Corelli that we performed? Frederick? La Folia, excellent. And he copied Vivaldi. What's Vivaldi's most famous composition? Frederick again. The Four Seasons. So he copied that, and he also copied some other concerti grossi of Vivaldi, oftentimes surreptitiously by moonlight when he was supposed to be in bed. Bach's devotion to his profession was legendary. When he was a young man, he sort of went AWOL from his first job and walked from the town of Arnstadt, which you see up there, walked from Arnstadt in the center part of Germany all the way up to the Hanseatic city of Lübeck on the North Sea up there, a distance of about 250 miles, in order to be able to sit at the feet of a very famous organist and composer there in Lübeck. And then he walked back. It would be like one of us wanting to learn something from a congressman or something and walking from New Haven to Washington, D.C. and back. In his day, Bach was legendary, not so much as a composer, oddly enough, but as what? What was Bach known for in his day? We touched on this before. Angela? He was an organist, okay? So he was an organist. He was the great virtuoso organist of central northern Germany in this period. Now, we have met a organ piece of Bach before. What was that? Name, Michael. Mitch. Okay, yes. What was that, please? G minor fugue. Can you sing any of it? Could anybody sing any of it? Hey, we got some takers down here, Chris and AJ. Together, a duet, gentlemen, please. Excellent. Oh, wow. Bravo. Okay. Sort of the key that they sang in it. We'll come back to that idea in just a minute, because I found myself tripping over that fugue subject in another one that I want to talk about this morning as I was trying to think through these. There's another famous piece, organ piece of Bach that we might have heard recently. Do we have the
Toccata queued up there, it should be track one. Let's listen to a toccata by Bach, written in Arnstadt early in his career. Whoa, where did that come from? That's, oh, I know, it's in the machine. It's, they were in the bay. We lost the CD this morning, so it's sitting in the machine. How interesting. Sometimes our CD player eats our machine for days on end, and then only belatedly spits it back out. So do we have that? Okay, we don't have that cued, I'm sorry. But you probably heard it at the concert the other day. Da di li ya di. It's a big organ piece in D minor, kind of spooky music that begins every Halloween show. Well, that's more organ music by J.S. Bach. We may be able to resurrect that after a while. We'll find out. And again, a piece that he composed as a young man here in the town of Arnstadt, roughly 1705 or so. So there he is, first job. We won't say fresh out of college because Bach did not go to college, but he went to a very high-standing prep school in the northern part of Germany. Just graduated, has his first job at Arnstadt. Let's take a look at Raoul. Here is the picture of our great man, but let's go on to our first real slide there. And I think everybody see that okay? That's the organ in the church at Arnstadt where Bach worked. The organ is still there. The essential parts of the pipes and all are still there. That's the very organ that Bach played. But they've sort of modernized it over the centuries, and they took out the original console. So Raoul, if we could have the next slide, please. And there is the console. This is kind of the central processing unit, if you will, for Bach's organ. So you can see, does that look like a big organ or a small organ to you by our standards? Kind of on the smallest side. There were bigger ones, actually, up to the north. But you can see here, some of you did that extra credit project on the organ, two keyboards and a pedal board down here to be played, obviously, with the feet. And what do you suppose these things are working all around it? What would we call those? We're going to pull one of those. A stop, okay? And it brings into play an extra rank of pipes.
Представляешь, без страха, страха нет. Мир идеальный и типа того, страха нет.